Десятки химчан поучаствовали во всероссийской акции Министерства здравоохранения «Тест на ВИЧ. Экспедиция-2021». При помощи мобильной лаборатории любой желающий мог узнать свой ВИЧ-статус и получить консультацию. Сегодня мы встречаем автомобиль для проведения тестирования. В очередной раз мы проводим на нашей территории акцию по профилактике ВИЧ распространения. То, что мы активно включаемся в это, говорит о том, что мы готовы и быть активнее, и быть более внимательны в борьбе с этим злом. Лаборатория оснащена современными тест-системами. Они способны определить наличие антител уже через 1.5-3 месяца после заражения. Для проведения теста аппликатором берут слюну, которую затем помещают в специальный раствор. 10 минут ожидания, и можно смотреть на результат. На сегодняшний день основное оружие в борьбе с ВИЧ-инфекцией является информация. Чем больше мы знаем про пути передачи, про сам вирус, тем безопаснее нам жить в этом современном мире. Машина ВИЧ-экспедиции выехала из Калининграда и, проехав через всю Россию, доедет до жителей Владивостока. По дороге мобильная лаборатория будет заезжать как в крупные города, так и в небольшие села.